друзья, всем доброе утро. 18 мая, время 7:40, 41 даже. Чудесная погода, солнце светит. И едем кататься. Ситуация. Договорился на треке покататься. Видимо, не знаю, либо мы не поняли друг друга с организатором. Он нас ждал, оказывается, вчера, а не сегодня. В общем, короче, мы приехали. Там идут соревнования по картингу. Нас туда не пустят во время впервые заездов. Мы, короче, решили так, чуть-чуть сейчас здесь прокатиться по территории. Надеюсь, нас не прогонят за то, что мы здесь шуметь будем. Сейчас поедем на дрифт-площадку. Попробуем там пятаки покрутить. Толкача. Давай, давай. Ну что, Лёх, какие ощущения по стабику? Слушай, она вообще никакого крена, да. Она едет просто как по этим, как по рельсам. Да. Как ощущения? Блин, ощущения крутые, конечно. Стабилизатор работает.
Очень клево. По сравнению со стоковой подвеской, это просто кайф.